по качеству игры уже абсолютно вроде бы свойственны такому клубу, быстро растущему и симпатичному, как футбольный клуб Краснодар. А так, атмосфера, качество футбола, состояние игроков, все в полном порядке. В общем, очки на старте. Не в зону пробиться через другую. Очень медленно с места пытался сейчас Милинкович раскачать. Лаборная передача туда, вперед, к Диаре и Смолов. И сразу два футболиста Краснодара в штрафной площадке. Хозяев. Смолов на замахе красиво убрал, упал и прямо на линии штраф. Нет, пенальти. Показалось сначала по решению арбитра, что все-таки штрафной назначит. Очень красивый финт. Очень легко Федор на месте финтами соперника раскидал. И право на 11-метровый на 7-й минуте получила наша команда. Ну, вот на тоненького, да, нарушение. А рефери зафиксировал практически на самой линии штрафной этот контакт случился. Смотрим мы с этого ракурса. Ну, в любом случае, где бы Гарасита правила не нарушал, подкат был. Сейчас не скажу. Посвистывает публика. Замер на линии ворот Муха. Разбег и очень хладнокровно Мамаев реализует 11-метровый удар. И очень спокойно Павел на это реагирует. 1-0. На 59-й минуте. Чуть-чуть раньше. Очень спокойно, очень хладнокровно на классе. Краснодарская семерка вывела свою команду вперед, что означает 3-0 по сумме двух встреч. Очень уверенно себя чувствуют футболисты Краснодара в этом матче. И нагнетать давление особой необходимости нет. И без того очень легко счет доходит до 2-0. И опять Павел Мамаев, который третий гол забивает вот в этом противостоянии со словаками. Абсолютно. Вот уже и улыбки пошли, и расслабленность, потому что когда-то в 12-й минуте решаешь судьбу этого противостояния, не боясь сглазить, можно про это смело сказать. Расставил своих полевых игроков. Пошла борьба за выбор позиции, передача. Ох, какой удар, и это 2-1. Виток. Гигант все-таки своего добился. Он бил активно и в первом тайме, и вот сейчас очень конно, конечно, очень неприятно все это было наблюдать. Оттолкнул Инжейчика, убежал, опередив буквально его на одно движение, на один шаг. Вот смотрите. Раз и все. Андрей Диканев в сегодняшнем матче, он абсолютно точно присутствует. Теперь уже и на коротке Слоун неплохо мяч разыграл. Скрытая передача, открывание Витака. И первая грубейшая ошибка Краснодара в центре обороны. 2-2 на 60-й минуте. Вроде бы ЦСКА со Спарты приучили нас, что 2-2 финальный или текущий, это к этой паре. Оказывается, нет. Ошибки Газинского началось, да, и вот это стандартное продолжение имел. И неплохо разыграли. 3 против 2 ситуации на правом краю футболиста Слоун. Мисараш. Удар. Хет-трик Витака. Настоящие чудеса творит сегодня 33-й номер. Я не думаю, что все стоит сводить к замене Мамаева, но, на мой взгляд, она совершенно неудачная была. Хотя кто мог предположить при таком преимуществе, да, и при таком контроле над происходящим. Но действительно играет сегодня просто превосходно. Ох, хорошо. И пенальти. И пенальти, потому что фол. Да. Блокировали, придерживали. Ну, и можно уже теперь и выдыхать, и окончательно расслабляться тем, кто был скован. Там пошли, по-моему, договариваться игроки Краснодара, кто из них будет пенальти бить. Но Ахмедов здорово сыграл. Зачем его подано придерживал за футболку? Смотрите, раз, два, ну чистейший пенальти, да? Ну о чем тут говорить?
Короткий разбег. Мощный удар. Муху угадал, но ничего не мог сделать. 3-3. Дубль Мамаева. Гол Смолова. И финальный свисток рефери. Поздравляем Краснодар с тем, что вышел в следующую стадию. Это и должно было случиться. Ну, а то, что нервы были в втором тайме, куда без них. Вместе с вами за «Быков» болел Илья Казаков. Всего доброго.